На улице Калараша завершается строительство детского сада на 120 мест. Здание возведено, рабочие утепляют фасад и монтируют внутренние инженерные сети. Ход строительных работ проинспектировал глава округа Владимир Волков. Завершаются кровельные работы. Укладывают второй слой водоизоляционного ковра. Снаружи стены утепляют минеральной ватой и монтируют каркас вентилируемого фасада из металлокассет. Внутри идет прокладка инженерных систем – вентиляции, канализации, водоснабжения и разводки электропроводки. Стяжку пола закончили на обоих этажах. К концу сентября в здании полностью смонтируют систему отопления и приступят к отделке. Документация, дизайн проекта, образцы уже выбраны того, как все это будет выглядеть. Да, соответственно, сразу планируем заходить на финишную отделку. Завершение строительства предусмотрено на декабрь месяц этого года. И ввод в эксплуатацию где-то под середину декабря, конец этого года. На следующей неделе закончат монтаж наружных сетей водопровода. После приступит к установке освещения, детских игровых площадок с верандами, благоустройству территории. Это сложившаяся застройка, центр города, адрес Калараш 9. На этом месте в свое было время старое здание суда. И, конечно же, территория была огорожена несколько лет. Жители переживали, что же появится. Когда узнали о том, что появится объект дошкольного учреждения, детский сад, конечно, восприняли это абсолютно спокойно. Мы ждем открытия, потому что этот объект очень необходим городу. Открытие детского сада запланировано на весну следующего года. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.